Звезды танцев на ТНТ станут специальными гостями фестиваля «Стартуй». Напомним, он пройдет в Сыктывкаре 12 июня. Второй по счету фестиваль уличной культуры и спорта удивит не только граффити, но и уличными танцами. Именно эта номинация, похоже, станет самой энергичной и эмоциональной. Состязаться танцоры будут в командах, дуэтах, соло и батлах. А судьями выступят участник танцев на ТНТ Артем Сидоров и хореограф проекта Мишель Битц. Они также выступят с показателями номерами. К слову, у зарегистрировавшихся танцоров будет уникальная возможность попасть на мастер-класс к судьям. Они его дадут 12 июня на площадке школы творчества «Бэкстейдж» на Ленина, 74. Число участников ограничено, всего 50 человек. Регистрация уже идет. Подать заявку можно до 1 июня.